Привет, меня зовут Искандер. Я расскажу, что мы делали на этой неделе. В понедельник мы тренировались в беге по горкам. Мы отрабатывали технику скайранинга, а также трейлранинга, технику спуска. То есть, как нужно спускаться бегом с различных горок, то есть любая поверхность, которая наклонена вниз, и вам нужно туда бежать. И желательно бежать так, чтобы вы не сломали там что-нибудь себе и так далее. Тренировки у нас проводит Зульфия Гайнанова. Это неоднократный призер многих соревнований по скайранингу, трейлранингу, а также других забегов. Если у вас есть желание потренироваться вместе с нами, то приходите каждую неделю в понедельник с 7 часов на трамплин. Мы там бегаем. Во вторник мы лазили на скалодроме челлендж. Что мы там делаем? Мы приходим на скалодром и лазим сами, тоже отрабатываем различную технику лазания. Мы лазим на равновесие, лазим на силу, лазим на выносливость, и в принципе это дает большой результат, особенно это видно, когда мы выезжаем на настоящие скалы и лазим уже там, с нижней страховкой, то есть ты чувствуешь в себе гораздо больший запас выносливости для лазания, чем до этого. То есть это невероятно полезная нагрузка. В среду мы изучали элементы горного рельефа по представленной схеме, то есть мы не выкладывали какую-то книгу для чтения, мы просто изучали виды горного рельефа, какие бывают опасности у различных видов и элементов. Ну и также мы могли, конечно же, продолжить читать наши прошлые книги. В четверг мы отменили запланированную тренировку на скалодроме челлендж и пошли на скалодром Култау отрабатывать технику связок для предстоящего чемпионата Юроктау 2017. Так как скалодром Култау закрывается на зимний сезон, это был предпоследний день его работы, нам нужно было воспользоваться этой возможностью, и мы рванули туда, собрали несколько связок и хорошо потренировались. В пятницу мы с командой бегунов выехали на пятый этап Кубка России по скайранингу на Иремель через Белорецк, через поселок Николаевка. И в субботу стартанули наверх, я вышел пораньше, часа за два до старта, чтобы поснимать и встретить спортсменов уже наверху. Погода была шикарная. Внизу легкий моросящий дождь, сыро, прохладно, а наверху уже была зима, то есть у подножья Иремеля и на его вершине конкретная зимняя погода. Хотим поздравить Зульфию со вторым местом в пятом этапе Кубка России по скайранингу в этом забеге на Иремеле и обратно на дистанции 45 километров с набором высоты 1200 метров. Она показала очень хорошее время. Мы тебя поздравляем, очень любим и ценим. Спасибо за то, что ты с нами. Также на прошлой неделе
мы забыли поздравить Руслана Кульмухаметова за второе место в чемпионате Краснодарского края по скайранингу. Дистанция была скайранинг-гонка. Он занял там второе место, тоже отличный результат. В принципе, Руслан почти всегда радует нас призовыми местами на российских соревнованиях по скайранингу, а также по ски-альпинизму. Ну и, естественно, Алина, пожалуйста, выздоравливай. Нам нужна твоя нога.